На Новокраматорском машиностроительном заводе имени Ленина в Донецкой области одной из первых приняла повышенные социалистические обязательства бригада, которой руководит Иван Иванович Белонушко. Она ведет сборку редукторов для знаменитых шагающих экскаваторов. В ответ на призыв ленинской партии сборщики выдвинули встречный план. Завершить годовое задание на 2 месяца раньше срока, всю продукцию сдавать с первого предъявления, значительно повысить производительность труда. В социалистическом соревновании новокраматорских машиностроителей бригада Ивана Ивановича Белонушко заняла 1-е место. Всего в минувшем году завод выпустил сверхплановой продукции на 2,5 миллиона рублей.